Девочки, смотрите, какие осы на дыне. Просто обалдеть, смотрите. Сидят, едят. Собаки такие. Смотрите. О, какая она огромная. О, какая. Девчоночки, сегодня опять мы купили домашние помидоры. Вот, два пакета взяли. Короче говоря, вот эти помидоры я купила по 80 рублей. Отдала бабулька. А эти мы взяли по 150. Не знаю, в чем разница. Но, короче говоря, я просто офигела. Но помидоры очень-очень вкусные. Очень вкусные. Сейчас, девочки, готовлю фаршированные перцы. Рецепт, кстати, у меня будет на канале «Домашняя кухня СССР». Просто обалденнейшая штука получается. Просто обалденнейшая. Так что, кому интересно, заходите, посмотрите на рецепт. Возможно, захотите приготовить по этому рецепту. Вкусно, очень вкусно. У меня, кстати, на канале есть также еще рецепт фаршированных перцев только с гречкой. У меня здесь с рисом. Но там немножко рецепт другой, чуть-чуть другой. Есть изменения, да. Этот рецепт, он более такой насыщенный, более такой не диетический. Но мужчины это любят, это любят. Вышла на вечернюю прогулку и Костинки со школы встретила, да, доченька? Что получила? Ничего. Ничего? Ничего, да? Ну давай, иди домой, кушай, там перцы фаршировала. Не хочешь? Ну там окорошки еще отварила, котлетка есть. А не хочу есть. Не хочешь кушать? А что ты ела? В столовке слоенку. Вот еда, да, девочки? В столовке слоенку. С чаем. С чаем, да. И с коктейлем. С коктейлем. Мама, давай, очень... иди, там мама дома ждет тебя с Данькой. А можно с вами? С нами? Ну пойдем. Пойдем. На вечернюю прогулку. Давайте. Пойдем. Добрый вечер всем, мои хорошие. Добрый вечер, девочки, мальчики, кто ко мне зашел. Вышла на вечернюю прогулку. Вышли с мужем. Кристинку встретили. Но он у меня как-то, знаете, пока еще к камере не привык, чтобы снимать его на камеру. Так что вот такие дела. Ну, надеюсь, что скоро, в скором уже времени буквально, я его к этому делу приучу и буду его вам показывать. Вот как-то так, мои хорошие. У нас здесь все поперерыли, буду делать дорогу. Сейчас я переверну камеру, покажу вам. Видите, куча песка поналожили. Вон идут вдалеке, идут семечки щелкают. Знаете, что самое интересное, девчата? Вот как говорю, к осени тут начинают что-то у нас строить. Ой, комары. Комар ко мне прицепился один. И свой вечерний сейчас крем буду наносить. Вот у меня жемчуг, черный жемчуг. Да, бабушка? Ты что, сама делаешь? Снимай, тебе снимают. В чашу блендера отправляю петрушку. Добавляю кефир немножко. И буду взбивать блендером. Получилась кашица. Я еще добавляю кефир. Я на глаз, девочки, наливаю, чтобы у меня хотя бы был один стакан. И еще раз взбиваю. Итак, взбила я коктейль. Выливаю в стакан. Ну, вот мне немножко неполный получился. Но, в принципе, мне этого будет достаточно. Можно целый стакан приготовить. Ну, мне хватит. Я сегодня и так много кефира выпила за целый день. Ну, вот и все, девчоночки. Очень вкусный ночной коктейль у меня готов. Обалденная вкусная штука. Но это для любителей, кто любит петрушку. Кто не любит петрушку, то, естественно, этот коктейль вам не понравится. Вместо ужина. Легкий ужин, который помогает нам с вами убирать наши лишние килограммы.
помогает убирать лишнюю воду из нашего организма, потому что петрушка, она способствует выводению жидкости. Она очень хорошо от отеков. Так что за ваше здоровье, мои хорошие.